Хочется сказать еще раз спасибо всем слушателям, которые сегодня тут собрались или которые просто, может быть, задержались в это мгновение, чтобы послушать хотя бы что-то новое для себя усечь. Это очень важное движение для души, потому что человек растет, когда он пытается что-то новое для себя открыть, когда он замыкается на чем-то достигнутом. Вот, поэтому я вам всем желаю, и всем нам не останавливаться, а пытаться вот услышать что-то всегда живое, новое. Собственно, я чем даже сотрудничество и занимаюсь уже, в общем-то, много лет. Может быть, это не так видно со стороны, да, то есть, может быть, это не выливается какие-то очень большие толпы поклонников, но мы знаем, что нас слушают именно личности, поэтому это творчество именно обращено к личности, поэтому очень большое еще раз вам спасибо всем личностям, которые здесь, надеюсь, собрались, всем, кто пришлись. Большое вам спасибо за то, что вы пришли сегодня, нас поддержали. Ну, те, кто не пришел, мы сожалеем, видимо, они не смогли.